ты показалась. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Кино. Класс! А спиной можешь? Легко. Круто! Вот это да! Жалко, Симку не видела. А давайте снимем для Симки кино про Фаера. У меня и фикситап есть камера. Почему же только для Симки? Для всех снимем. Отлично! Я буду бросать мяч, Налик будет снимать. А мы? А вы будете красивой группой поддержки. Я согласна. И я. Кино появилось больше 100 лет назад, когда изобрели кинопленку. Кинопленка состоит из цепочки маленьких фотографий, кадров. Если кадры быстро просматривать один за другим, то изображение начинает двигаться. Говорят, первые зрители сильно испугались, увидев на экране идущие поезды. Сначала кино было немым, потом научились делать фильмы со звуком. А когда изобрели цветную кинопленку, кино стало разноцветным. Сейчас кино снимают не на пленку, а на цифровые камеры. Почти во всех телефонах и планшетах есть такая камера. Теперь каждый может снять собственное кино и поделиться им с друзьями. Фаер лучше всех! Фаер лучше всех! Эй, я камеру еще не включил! Внимание! Снимаю! И оп! Покажи! А где мяч? Тут! Нет! Нужно, чтобы мяч был виден! Понял? Поехали! Фаер лучше всех! Ну как? Получилось! А где я? Где-то здесь! И нас нет! Мы что, зря старались? Нолик, сними так, чтобы все были. Пусть лучше Фаер кидает, а ты снимай. Фаер тоже не попадает. Попробуй попади, когда все мешают. Это мы-то мешаем. Играть надо уметь. Опять ссоритесь? Кино снимаем. Ого, покажете? Да нечего показывать, одни обрывки. А целиком нет. Ха, это не беда. Можно же сделать монтаж. Что сделать? Фильмы обычно снимают не целиком, а по частям. Причем каждую часть снимают несколько раз из разных точек. Получаются варианты. Потом берут самые удачные кадры из разных вариантов и соединяют их друг с другом. Это и называется монтаж. Монтаж позволяет показать кино то, что не удается снять за один раз. Смотрите, берем начало из этого дубля. Летящий мяч из этого. А мяч в корзине отсюда. И меня со шпулей не забудь. А как же? Вот что вышло. Тыдыщ! Фильм супер! А можно мне попробовать? Пожалуйста. Теперь будет, что профессору показать. И Игреку. И папу со Смахи. Вот, я тоже фильм смонтировал. Фаер лучше всех.
мешок и без монтажа 100 раз сделает, а ты... Ладно, не ссорьтесь! Хотите, я вас всех так бросать научу? Хотим! Тогда пошли!